Thank you.
Yadacha Indra Shayayam Yadacha Indra Shayayam Shetenantasana Hari Shetenantasana Hari Shetenantasana Hari Shetenantasana Hari Tadalokalayam Yanti Tadalokalayam Yanti Tadalokalayam Yanti Tadalokalayam Yanti Taeti Grihametinam Taeti Grihametinam Taeti Grihametinam Taeti Grihametinam Yadacha
Шахиндрашаяям. Яна Шахиндрашаяям. Шехинанта сано хари. Шехинанта сано хари. Тадалокалаям янти. Тадалокалаям янти. Эти гриха медхинам. Та эти гриха медхинам. Яна Шахиндрашаяям. Яда, яда, когда, когда, ча, ча, и, ахи Индра, царя змей, царя змей, шаяям, шаяям, на ложе, на ложе, шете, шете, ложиться, ложиться, ананта асана, ананта асана. Тот, кто восседает на Ананташеше. Тот, кто восседает на Ананташеше. Хари. Хари. Господь Хари. Господь Хари. Тада. Тада. Тогда. Тогда. Лока. Лока. Планеты. Планеты. Лаям. Лаям. Разрушение. Разрушение. Янти. Янти. Подвергаются. Подвергаются. Те эти. Те эти. Те самые. Те самые. Грихаметхинам, грихаметхинам, домохозяев-материалистов. Домохозяев-материалистов. Перевод текста. Нет, так было нормально. А? Что там? А, где оттуда лицо не видно ваше как-то. Нет, лица нет. Нет, лицо есть просто. Личность сохраняется, даже если сияние. Перевод текста. Когда Верховная Личность Бога Хари восходит на свое ложе, змея Ананташешу, все планеты, населенные материалистами, в том числе и райские планеты, к которым относится Луна, прекращают свое существование. То есть материалисты, они, может быть, и неплохо устроены там, на райских планетах, но прекращают свое существование, райские миры тоже. Это связано с волей Всевышнего в конечном итоге. И любая деятельность связана с волей Всевышнего тоже. То, что мы делаем, также связано только с его волей. Все связано с его волей. Здесь описывается Бхагаватам, его воля, устройство этого мира и как оно связано с его волей. Это очень важный момент. Отличается от обычного, да, процесса познания, что мы изучаем этот мир как ученые, но не учитываем высшую волю, не принимаем во внимание, такого нет постулата вообще в науке. Не используется, исключен. Не осознается, не воспринимается, как бы не существует, как будто. Это тоже воля Всевышнего, которая исполняет майя, иллюзия. Она внушает человеку такие вещи.
Здесь же мы читаем Шримад Бхагаватам, здесь описывается картина без иллюзий, как она есть. Комментарий Шрила Прабхупады. Люди, привязанные к материальным наслаждениям, стремятся попасть на высшие планеты, к числу которых относится, например, Луна. Есть много других райских планет, на которые люди мечтают попасть, чтобы испытать еще больше материальных удовольствий, наслаждаясь долгой жизнью и утопая в роскоши. Но они не знают, что даже на самой высшей планете Вселенной Брахмалоке существует смерть. Вот это люди забывают точно. Когда говорят про рай, им кажется, что там смерти нет. Откуда это вот кажется? Почему так кажется, забывается мгновенно все это? Как только человек думает о богатстве, о роскоши, соприкасается, ну все, проблем нет. Почему так думает? Почему думает, что нет никаких проблем? Это сила чувств. Сила чувственных наслаждений. Нужно недооценивать силу чувственных наслаждений. Под влиянием чувственных наслаждений, это сила их, человека не привлекает преданное служение даже. Даже высшая духовная деятельность его может не привлечь. Не заметите его. Такая могущественная сила влияния чувственных удовольствий, чувств, возбужденных камой, которая проникает в разум, не только в чувства, в ум, усиливается аханкарой, когда обретается собственность. Человек просто слепнет. Даже ценнейшие вещи для его жизни он не ценит. Как раз наоборот. Просто считает, что это вред приносит. Духовная практика, размышления в абсолютной истине, смысл жизни искать, это просто вред приносит цивилизации, такие вот запутанные вещи. Просто людям морочите голову. У нас есть планы перелететь на Луну, освоить космос, здесь создать искусственного человека, который будет выполнять любую работу, все ли ваши желания. То есть у нас есть планы, реально как добиться счастья. Они в это верят под влиянием чувств. И поскольку разум тоже поражен чувствами, то разум служит чувствам, практически упраздняется. Понятно. Предназначен разум для осознания Бога. Но если чувства захватывают разум, исключено. Это сила чувств. Чувства с легкостью уводят в ад даже разумного человека, отклоняют. С легкостью убедивается. Сбить с толку могут. Одно чувство не под контролем. Йоги это знают хорошо, поэтому они уединяются очень далеко от людей. Чувство возбуждает один вид материалиста. Одно его лицо. Не говоря уже об отношениях противоположных пола, их конкуренция, их борьба тут вечная. Можно с ума сойти. Для духовного человека это сумасшествие жить в таком мире. И они уединяются, уходят далеко в недоступные места. Если они обретают ситхи, они могут вообще жить в страшных районах горных, куда материалисты не придут. Или как царь Ришабхадев решил поселиться со змеями, чтобы люди не приходили к нему. Стал ползать, как они, подражать им, вместе с ними жить, со змеями. Все, принял полностью их повадки. Люди пугались, когда видели, то уходили оттуда. И как Джада Бхарата притворился просто сумасшедшим. Кому он нужен? И хорошо. Никому материалистов не нужен. И так он мог размышлять свободно. Что там чувственная деятельность, опасная очень. Их любовь, их ненависть может возбудить ум. Возбудить ум, и тоже ум подумает враг, друг, и все начнется заново. И так у них есть практика контроля чувств. Уйти, конечно, недостаточно от людей, потому что это тело тоже человеческое тело, тут тоже тригуны материальной природы, целиком от себя не уйдешь. И поэтому там есть суровая практика, как же обуздать эти чувства. Долгие годы требуются на это.
Бхагавад-гите описывается, вкратце это йога. И с большим риском, если все-таки чувство уйдет под контроль, вы потеряете все плоды ваших усилий. Очень, очень трудно. Дайвихеша гунамаима мама я дурати. Это очень-очень трудно сделать. Победить материальную природу очень трудно. Даже уйдя от всего плохого, мы находим самое трудное препятствие в себе самом. Все плохое, оказывается, все во мне. Причина во мне, не во мне оказывается. Я возбуждаюсь, я реагирую, я хочу, я думаю. Во мне есть эта склонность, оказывается, совершать грехи и наслаждать свои чувства. Семена грехов в сердце. Человек освободился от грехов, поднимается, но семена остаются, даже там протестают. Даже там есть склонность к недозволенной деятельности. Нилакуварам и Нигрива, там примеры. Другие отношения полубогов и демонов, тому примеры. Даже Индра иногда нарушает дхарму, приходится в борьбе с демонами даже. Там тоже события происходят точно такие же, на другом уровне. И более того, исчерпывается благочестие, и уничтожаются эти, вплоть до Луны, эти планеты райские, живут, что наслаждается, и снова возвращается позже на эту бренную землю, где не находится места. Очень трудно жить в этом мире. Единственное прибежище в иллюзии – все будет хорошо. Все будет хорошо. Не беспокойтесь. Все будет хорошо. Уже при смерти вам говорят – все будет хорошо. Ну, какая-то иллюзия нужна, иначе человек с ума сойдет просто. Обычно человек просто идет с ума. И таким образом планеты эти подвержены разрушению. Даже на самой высшей планете, Брахмалоке, существует смерть. Люди забывают об этом. Ну, даже в этой жизни люди забывают о смерти. Не то, что на Брахмалоке. Брахмалока — это 311 триллионов 40 миллионов земных лет. Я запомнил эту цифру. Потому что думал, как же так вот можно долго жить? Вообще, что это за жизнь, да? Представить. 311 триллионов 40 миллионов земных лет. Можете представить? А с другой стороны, кто-то уже умер. С другой стороны, они уже умерли все, кто когда-то жили на Брахмалоке. Это легко представить, оказывается. Но 300 триллионов что-то значит для нашего воображения. Это иллюзия. Это как деньги. 311 миллиардов долларов. Да. Но и они тоже, им тоже придет конец. Это просто наше воображение, это просто ум. Это цифры, не больше. Майя берет над цифрами, Шриши Панчитату Ки, Джай. Берет нас количеством, не качеством. Видели, сколько продуктов в магазинах? Таких крупных, количественных. Ягода такая большая, черника. Майя говорит, здорово, попробуйте на вкус, качества нет. Сколько людей на свете? Много. Найдите хоть одного чистого преданного. Найти качество очень сложно, найти качественного человека. Майя берет нас количеством. Нас много, у нас большая армия, много оружия. Рассмотрите каждого в отдельности, вы увидите, ничего ценного нет в этом. Но много, много бесполезных вещей выпускают в супермаркетах, много... Необразованных людей выходят из учебных заведений. Очень много. И потом отчитываемся перед партией, что сколько сделано всего плохого. Про плохое не говорят, количество говорят. Это майя. Если мы говорим о реальности, качество должно быть. У нас много преданных. Хорошо, количество тоже хорошо. Но качество тоже важно. И важнее, чем количество. Зачем нам, говорит, много неискренних или много звезд на небе? Они же тьму не рассеют. Может быть, одной луны хватит? Или солнца? Тоже Прабхупада говорил об этом. Упоминал, что нас-то интересует качество.
Нас интересует материальный мир с точки зрения качества, трех качеств. И выбор этих качеств, лучшего выбора, вот, это уже разумная жизнь. Это уже не какая-то просто иллюзия, слепая вера или бездумное существование. Да. Найдите самое лучшее в этом мире, ищите. Ищите, кажется, что нет, разочарованному человеку кажется, что нет уже тут ценностей, да, тут я прошел через испытание. Есть ценности. Есть высшие даже ценности. Есть даже запредельные ценности в этом мире. Даны человеку не от человека, а свыше. Очень важно. Скажешь, ну Бога нет, ну не видно, ну я вот ищу ценность, но не вижу. У меня тоже есть проблемы. Даже если я ищу, мне трудно разобраться в этом во всем. Несложно увидеть Бога-то. Если вы встречаете человека, зависимого от Бога, вы сразу увидите Бога через него. Но если мы общаемся с людьми, независимыми от Бога, как мы видим Бога? Человек полностью зависимый в чувствах, в уме, в поступках, он становится как прозрачная среда. Вы через него сразу увидите Бога. Сразу же. Часть. Он же говорит о Боге чувствами, умом и разумом, и сердцем. И он для него что-то делает, он живет для него. Как вы не увидите Бога? Вы просто услышите его, увидите, вы поймете, что Бог есть. И Бог хорош. Не просто хорош. Абсолютно хорош для всех. Но если мы общаемся с людьми, которые независимы от Бога, ну как потому что чувства независимы от Бога, разум независимы, они делают, что хотят, и думают, что они Бог, и мы с такими богами общаемся, и становимся такими же сумасшедшими людьми, своевольными людьми. Разве это свобода делать, что хочу? Нельзя, а я хочу, потому что я, это я, у меня есть гордость, и мое желание я ценю больше всего, я сам. Себя ценю, понимаете? Если с такими людьми мы общаемся, которые могут выглядеть и культурными, и вежливыми, и обходительными, это майя. Они несут настоящей пользы, такое общение, такая санга материальная. Хотя она может быть и приятна для чувств. Может даже приятнее, чем общаться иногда с преданными, которые скажут, что ты в майе, что делаешь глупости, или все не так делаешь, у тебя мотивы материальные, может быть, даже фанатично преданные бывают. И все же это честнее, чем общаться с обходительными, приятными материалистами. Даже Бхагаватам жестче говорит, не просто честнее, что, говорит, лучше обнять тигра, чем общаться с материалистами. Безопаснее имеется в виду. Ну, разорвет тигр, ну что, съест. Ну, перевоплотитесь, продолжите. Снова человеком. Но если общаетесь с материалистом, в объятиях с материалистами, вы можете родиться свиньей, собакой, кем угодно. Можете попасть в ад вообще. Что же опаснее? Это Шримад Бхагавата, например. Вот так вот наш разум идти вот тут. Это Бхагаватам, скальпель, резко, слова острые. Почему? Мало времени. Если вы хотите достичь вот этой цели, Верховной Личности Хари, вы должны знать, у вас мало времени, если вы в этой жизни хотите преследовать. Если вы к этой цели подошли, в человеческой жизни, вы должны знать, времени считанные годы, потому что много уходит у нас на поддержание тела, на конфликты, на сон, на передвижение, это описывается Бхагаватам. У нас остаются считанные годы разумной, нормальной жизни. Если вы учесть еще юношество, детство неосмысленно, или старость немощную убрать, тоже она очень сложная, то остается очень немного на нашу духовную практику, активную, осмысленную, здоровую. Поэтому нужен острый скальпель, быстро разобраться. Вот эта материя сюда, а дух сюда, и бескомпромиссно. Вот это Бхагавата. И он очень прекрасен. Он очень красиво это делает. Это искусство. Шукадева Госвами, Махараджа Париш, это возвышенные души. Самые возвышенные души общаются.
И такая самхья, говорится, она приносит счастье. Разрубает этот узел материальной привязанности, освобождает душу. В Бхагавад-гите Господь говорит, что даже те, кто живет на Брахмалоке, обречены на страдания, связанные с рождением, смертью, старостью и болезнями. Только тот, кто достигает обители Господа, Вайкунтха-локи, никогда больше не родится в материальном мире. Однако материалистичных людей Грихаметхи не прельщает эта перспектива. Они предпочитают снова и снова менять свои тела, а переселяться с одной планеты на другую. Им не нужна вечная исполненная блаженство и знание, жизнь в Царстве Бога. То есть кому-то не нужна жизнь в Царстве Бога? Странно. Странно. Вот такой протест. Такая сила иллюзий. Такая сила желаний. И такова свобода души выбирать. Вот, удивительно. Существует два вида разрушения Вселенной. Вся Вселенная прекращает свое существование в конце жизни Брахмы. Это целиком вся Вселенная. В конце жизни. В это время все планетные системы, в том числе и райские планеты, погружаются под воду и входят в тело Гарбхадакаша и Вишну, который возлежит на водах океана Гарбхадака на ложе из змей, называемом Шешей. Частично разрушение Вселенной происходит в конце каждого дня жизни Брахмы. При этом уничтожению подлежат только низшие планетные системы. Проснувшись утром, Брахма вновь создает эти планетные системы. То есть сутки Брахмы есть день Брахмы, ночь Брахмы. Утром он воссоздает часть Вселенной, когда пробуждается. То есть его Брахмалока, она остается нетронутой. Такие планеты, как Джаналока, Тапалока, Махарлока тоже, это высшие планеты, нетронутые остаются. Но ниже океана Гарбхадака планеты существуют, вплоть до планеты земного уровня. Это уничтожается, подлежит уничтожению части Вселенной. Это сон Брахмы, ночь Брахмы, частичное уничтожение. Вновь пробуждение он воссоздает эти планеты. Снова входят те живые существа, которые прервали свой путь, снова входят туда, воплощаются. Как он это делает, также описывается в Бхагавате. Определенные способности нужно иметь и все. Ничего сложного. Если у вас есть способности, то ничего сложного. Как вы смотрите глазами? Ученые разбираются, такая сложная вещь. Создать это искусственно очень сложно. Повторить. В природе это происходит просто благодаря способности. Просто смотрите, у вас есть способность. Просто можете пользоваться всем этим. Способности есть. У Брахмы есть свои способности. Он видит по-другому. Другие глаза. Другая способность. Другое тело. Другой разум. Функции похожи, но не совсем. Он способен проникать во все сферы материи, в отличие от современных ученых. От самых грубых проявлений до самых тонких проявлений. Единственное, что Брахма не может выйти за предел аханкары, как и все живые существа. За предел аханкары никто не может выйти, даже Брахма. За аханкарой бессмертие. Начиная с аханкары, начинается мритюлока, то есть материальное измерение. И Брахма, как обычное живое существо, в этом смысле тоже имеет свои пределы. Но во все другие сферы он проникает свободно. Он может творить поэтому что угодно. Таково его тело. Нам кажется это непостижимо, потому что у нас такого тела нет. И такого тонкого разума нет.
Говорится, что тело Брахмана – это чистый разум, чистый будхи. Из чистого разума состоит. Он сознает одновременно и материю, и дух, находясь в материальном измерении. Все открыто для него. Он знает, что такое аскеза, причем интуитивно находит этот путь совершенно. И получает даршин Всевышнего. После этого начинается творение. Все очень просто. Если вы получаете даршин Всевышнего, у вас ресурсы не ограничены. Вы оттуда все берете. И знания, и материалы. Потому что и подвижное, неподвижное, и живое, неживое, и вещества, всевозможные энергии, это его энергии Всевышнего. Они безграничны. Если вы имеете доступ к этому безграничному, так, и у вас есть определенная задача что-то сделать, это несложно. Да вам и не нужно все безгранично. Вы берете лишь крохотную часть его энергии, чтобы создать эту Вселенную. Немного. Вселенная всего лишь маленькая Вселенная для Верховного Господа. Для Брахмана это его поле деятельности. Он пронизывает сознанием всю Вселенную Брахмана. Он сейчас знает, что тут происходит в пяти истинах. Ну, его не привлекают, может быть, материальные вещи какие-то, вот, то, что делают соседи здесь. Но то, что делают преданные, наверняка его интересует. Раз здесь говорит о Кришне, Брахма получает удовольствие, он преданный. Так что мы, читая Шримад-Бхагаватам, также удовлетворяем полубогов, говорится. Суры. Им нравится разговор о Кришне, они очищаются, они вдохновляются. Их положение укрепляется, они обретают силу, когда происходит катха. Для полубогов то, что мы сейчас делаем, знаете, что это такое для них? Для нас это, ну, класс может быть, да, интересный или неинтересный. Или мы понимаем ценность духовную из самих книг. Для них то, что мы сейчас делаем, буквально сейчас скажу, что такое для них, звуки Шримад-Бхагавата, это нектар бессмертия. Это реально, как они это ощущают. Не образно, не поэтически. Это нектар бессмертия. То, что здесь написано. Это же говорят и гопи, когда размышляют о Кришне. Это самая благочестивая деятельность во Вселенной, они говорят. Пуния, Шравана, Киртанам. Так Бхагаватам говорится. Но нам нужно еще как бы, ну, развить эти свои способности, чтобы услышать этот нектар в сердце. И вот как-то проникает тоже, да. Данный стих подтверждает слова Кришны в Бхагавад-гите о том, что люди, поклоняющиеся полубогам, лишены разума. Эти глупцы не понимают, что даже если они попадут на райские планеты, во время разрушения Вселенной они сами, а также полубоги со своими планетами будут уничтожены. Вот, не понимают люди, охваченные этим райским воображением, что там в раю, о, ослепительно, деревья желаний, там очень красивые мужчины и женщины, там нет некрасивых, там все очень красивые, на кого не посмотришь, проблема, на ком же жениться, но все очень красивые, одна прекраснее другой, говорится, апсары. Поэтому у них там есть свои отношения тоже. Своя влюбленность постоянная. Хотите жить в постоянной любви на тайской планете? Материальный такой зверь. И влюбляются. Нет такого, что нужно потом на работу ходить. Детей этих капризных воспитывать. Постоянно. С мужем ругаться. Не нравится им. Другая псара есть, ничего страшного. Какие проблемы вообще? Да, даже на земле люди хотят такой райской жизни. Не нравится, ушел, а вот нет. Тяжело вот здесь это делать. Это земной уровень. Уровень ответственности здесь. Здесь накладывается дхарма на человека тяжелая. Им очень больно здесь жить так вот свободно, разнуждано. Престиж его здесь не поддержится, если он так будет жить. Здесь на земле такие законы. Надо заслужить рай. Как? А вот нужно все делать для людей, для блага людей.
И тогда это возможно, освободиться от зависти, и возможно, тогда эта тяжелая дхарма, эта вот вирига снимается. Там нет зависти, вот в чем дело. Поэтому там немножко по-другому устроено отношение. Если здесь в этом мире подражать райскому уровню, мы все разрушим. Будет очень много насилия в результате, очень много зла будет, очень много мести будет, очень много зависти будет пробуждаться. И на Вайкунтха-локе вообще нет никакой зависти. Поэтому Кришна один станцует с миллионами гопи, и никто не завидует. Все счастливы. Но самое чистое проявление, там вообще нет зависти, вообще не существует ни вожделения, ни зависти. Нет такого понятия. Нет понятия греха также. Нет кармы, значит, что нужно работать, трудиться, чтобы что-то получить. Нет, здесь просто Вайкунтха. Духовный мир, душа чистая. Ее дом. Поэтому, говорится, люди не развивают этот интеллект до духовного, не успевают, либо нет возможности и поклоняются полубогам, или мечтают о райских планетах, или мечтают рай на земле создать какой-то, и думают, этого достаточно. Я умираю, я не успел создать рай на земле, но я моим внукам, детям заповедовал, чтобы они построили рай. Я верю в это. Я умираю коммунистом. И он не знает, этот человек, что коммунизма через сколько-то лет уже не будет. Он не знает об этом. Он верит, он умирает с этой верой. Я передаю. Я жизнь отдал ради этого. Вот своим детям, ради них. Если я не успел пожить, да, счастливо, я передаю это своим детям, это наследство, тем внукам. И, конечно, все будут жить счастливо. Послушайте тех людей того времени, история сохранила. Они верили в это счастье ради наших поколений. А что мы сегодня говорим про них? Они ошибались, эти люди. Они все ошибались. Все ошибались. И до них тоже все ошибались. И до них тоже все ошибались. Все люди. Можете поверить в такой колоссальный обман, в такую иллюзию? Все ошибаются. Но сила иллюзии в том, что сегодня мы говорим, мы-то не ошибаемся. Мы-то верим. Мы живем ради будущего светлого. Мы оставим своим детям настоящее наследство. Те ошибались. Мы на этих ошибках научимся. Мы сделаем настоящую работу. Что скажут следующее поколение, вы уже знаете. Наши предки ошибались. Они были в иллюзии. Вот так будет происходить. В этом материальном мире, поэтому какой смысл? Это разрушение. Частичное, а потом полное. Но странно, что даже после этого полного разрушения, даже когда Брахма умирает, на самом деле ничего не разрушено. Семена материальных желаний остаются, дорогие мои. Даже войдя в тело Махавишну, душа сохраняет материальные желания. Разрушения нет, оно лишь внешнее. И снова требуется новый цикл создавать, пожалуйста. Где же разрушение? А опять 25. Сказка про белого бычка по-русски так говорят. Одно и то же, одно и то же, боже мой. Подлинное разрушение описывается в Бхагаватам. Как вообще покончить с материальным существованием? Добраться нужно до аханкары, причины этого всего. Всего-то лишь освободиться от ложного мнения о себе. И мы с вами покончим с материальным существованием. Пусть он циклирует, но такая вот душа выходит за пределы этого цикла. В мир Вайкунтхи. Нужно просто найти свое истинное отождествление, кто же я. Если я частичка Бога, я должен себя отождествлять со служением Богу, потому что часть служит целому, функция, функцию познать свою, функцию. Теоретически я понимаю, я часть, я маленький человек, да, но теперь функция, если я такой маленький человек, маленькая душа, то чья частичка? Тело принадлежит стране? Нет.
Это надуманное, это ложное обозначение. Тело не принадлежит стране, не страна а причина этого тела. Это условность, это потом так названо было. Условно. Любое тело в этом мире, дорогие мои, посмотрите внимательно, факту в глаза. Любое тело живого существа – это пища для других. Мы питаемся все чем? Другими телами. Вот что такое тело, физическое тело. Это всего лишь навсего. И оно принадлежит тому, кто его кормит. Так же описывается в Ведах. Посмотрите, другая точка зрения на наше тело вообще, которое мы называем, к стране принадлежность, к семье, к клану, тело и святого. Говорит, нет, тело – это просто пища. Но вы обозначаете его как-то по-другому, отождествляя с деятельностью, с другими функциями какими-то. Потому что вы служите стране, служите чувствам этого тела. У вас появляется новый мир отождествлений. И в итоге становится материальный мир с планетами высшими и низшими. И так мы вошли и видим, что мы живем в большом мире. Говорим, это мой мир, моя земля, моя страна. И что, может, чувства хотят? Властвовать, господствовать, обладать, изучать, наслаждаться. И так образуется вся эта вот иерархия. Кто на что способен? И пока человек так мыслит, так понимает себя, он будет вновь и вновь рождаться и умирать, вновь и вновь происходить циклы за циклами. Никакого разрушения не наступает. Тело умирает, вы не уничтожаетесь, желания остаются, ничего, конец не приходит. Вы продолжаете существовать просто в другом теле. Вот в чем беспокойство. Вот в чем зло. Вы бессмертны, как душа, но зло в чем тогда? В том, что мы меняем тело постоянно. Страдаем. И лишь только тогда, когда человек осознает духовно, что он слуга Всевышнего, мир меняется. Обозначения меняются и сознание меняется. Вы не видите, вы не служите стране, вы служите Богу. В любой стране. Вы работаете на фабрике, но вы служите Богу. Не фабрике служите, не начальнику, вы Богу служите. Воспитывая детей, но вы служите Богу, опять же, это сознание Бога. Мир меняется, вы видите другую картину, другие эмоции, другой разум, другие отношения, новый мир. Прямо противоположность материальному, качественно. Качественно. Внешне вы остаетесь, пока это тело есть в этом мире. Как будто вы в той стране, как будто в той же семье. Но ваше сознание развито. До духовных реальностей. Это сознание Кришны, сознание Бога. Так мы выходим за пределы материального существования. Да, вот сознание, избавляясь от ложных обозначений. Иначе это будет повторяться снова и снова, и в прошлом, сколько у нас было уже этого всего, салфетки. В прошлом все это было множество раз. Мы забываем, что же было в прошлом. Мы смотрим на будущее, но мы не должны забывать, что прошлое открывается здесь, на странице Бхагаватам, Шукадева Госвами может видеть прошлое, настоящее, будущее. Он говорит об этом. В прошлом было все это уже. Райские планеты. И страдали где-то мы много. Буквально говорится, что пока живое существо не выплачет океан слез, не придет к Богу. Вот. Какое наше прошлое, раз мы уже приходим к Богу. Это наше прошлое. Много было всего. Это не слепая вера. Загляните в себя, вы увидите все это. Вы все увидите, все самскары остались с нами внутри. Познавайте просто это, перелистывайте страницы, читайте мантру, читайте книги. Вы в себе обнаружите все, что тут написано. Это не что-то чуждое написано, это все есть. В каждом из нас. Это осознание Кришны. Весь материальный опыт. Все есть. Вспомнить надо. На слух мы можем вспомнить за одну жизнь. Если не услышим, забудем. Все забудем, если не услышим. Это единственный способ. Шраманам, киртанам.
Потому что чувство, иллюзия, внешний мир, обозначения это постоянно влияют, постоянно нас убеждают в материальной реальности. И только в материальной реальности. Но не только ведь материальная реальность существует. Еще столько загадок в жизни, Боже мой, все знают об этом. Непостижимых вещей больше, чем постижимых. То, что мы знаем. Больше, неизмеримо больше непостижимых вещей. И самый непостижимый Верховный Господь остается. Итак, они ничего не знают о вечной исполненной божества жизни, которую может обрести живое существо. Вот тут кончается комментарий. Ничего не знают. Правда, ничего не знают люди. Хорошо, комментарий кончился. Есть ли у нас какие-то дополнения по этому тексту или вопросы? Вам Шагопал продолжает. Спасибо большое за лекцию. Вот вы говорили про иллюзию. Если можно, два вопроса. Говорили про иллюзию очень хорошо. И вот у меня вопрос. На прошлых лекциях Матаджа задала вопрос, что вот, говорит, я типа того, что постоянно думаю, вот это для Кришны, это для Кришны. Ну, помните, да? Я в магазин иду, вот это для Кришны, все. Ну и как-то ответ такой был, что, ну, типа, успокойтесь, это от ума, все, не обращайте внимания. Но с другой стороны, Кришна говорит, всегда помни обо мне, никогда не забывай, да? Вот. И где разница между тем, что когда мы говорим, ну, это просто от ума, это как бы не настоящее, ну, мы чувствуем. И настоящее, где человек действительно, если он говорит, это для Кришны, то это по-настоящему. В чем разница? Это тоже может быть по-настоящему. Но если вы можете объяснить, зачем машина для Кришны? Это лучше. И дом зачем для Кришны? Это лучше будет. И жена для Кришны зачем? Тогда это лучше. Это уже разум. Не просто ум. Это уже разумно будет. Если человек говорит, я должен жениться, чтобы ум был в равновесии, чтобы я мог спокойно принять и так далее. То есть, потому что если я не женюсь, у меня ум приходит в беспокойство. Меня отвлекают женщины, допустим, там у меня начинаются какие-то тоска, и, то есть мне мешает это все. Я в маю погружаюсь, мне нужно, похоже, сменить ашрам. Так я смогу практиковать. Мне нужна жена, которая будет мне помогать в этом. Ну, это разумно. Это сознание Кришны уже. Не так, что первая жена для Кришны, вторая жена для Кришны, десятая. Это от ума, но тоже сознание Кришны. Тоже так практикуют некоторые. От разума все-таки лучше. Можно второй еще? Тоже в прошлый раз говорили, такой момент сказали, как бы мы все знаем вроде, я акцентировал, что Радхарани полностью предназначена для, ее жизнь предназначена для наслаждения Кришны, то есть она не. Но в то же время мы, например, во многих книгах сейчас читаем, преданные описывают, переводят именно красоту Радхарани, то есть прославляют, то есть во всех там подробностях, ее тело духовное и так далее. Вот. И я так задумался, если это Радхарани для Кришны, то почему мы вот это читаем, будучи даже неофитами, читаем про ее красоту и пытаемся как-то, ну, для чего нам это? То есть для нас, я так понимаю, Радхарани пришла в форме духовного учителя, да, и мы медитируем на служение. Почему нам открываются вот эти вот сокровенные вещи, Радхарани, которые принадлежат не нам, и даже не преданным, а она Кришне, только Кришне. Тут этот момент. Ценность в том, такого чтения, в том, что человек воспринимает личностную концепцию Бога. Например, Радхарани — это тоже форма. Вот какая-то форма. Конечно, красивая форма. Есть атрибуты и прочее. Это ценно. Что человек воспринимает личностно Бога цель. С другой стороны, если он не на духовном уровне, он не сможет понять то, что написано. Но сможет понять одну вещь — это личность. Если ты услышишь от преданного, у которого нет камы, как он это описывает, это хорошо. Это тоже поможет ему. Но вот фантазировать на эту тему не очень хорошо самому.
Это нужно всегда, ну, преподносить правильным образом, с хорошей философской основой, с основанием шастр. Очень важно это квалифицированно делать. Просто говорить о Шримати Радхарани, о ее форме, и углубляться вот, при помощи ума, это очень опасно. Это очень опасно. Ну вот, Господь Читания открыл, тем не менее, эти вещи через экстаз. Сначала дает экстаз, потом приходит понимание. По-другому не делает. То есть мы можем делать, но это очень должно быть аккуратно и через... Ну, я бы сказал практически, да, в этом случае, что читайте книги на Прабхупаду, через книги Прабхупаду воспринимаете вот эти все ценности. Там все сбалансировано для нас. Любой может читать человек. Спасибо за лекцию, дорогой Прабхупада. Вопрос такой у меня, что вы сказали, что тело принадлежит тому, кто его кормит. А как бы тут несколько смыслов. Как понять правильно это выражение? Как понять правильно? Ну, детей же мы кормим. Вот они к нам бегают. Мы им деньги даем, все им даем. Вот они от нас зависят. Ну, а мое тело кому принадлежит? Кто кормит? На кого работаешь обычно? Тот предъявляет права юридические. Если на работу не вышли, должен быть здесь. Если я не работаю ни на кого. Ну, тогда тебе повезло. Тогда это тело принадлежит, ну, огню, в конце концов, да, либо животным, которые сидят, ну, так говорят тоже, это тело. Спасибо. Да, наверное, не рад, хоть есть что сказать. У меня вопрос. У тебя вопрос? Я имею в виду, у тебя есть что сказать? Вот пока там, вот вопрос задавайте, пока там. Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо огромное за вдохновляющую лекцию. Скажите, пожалуйста, а как осознать, что времени мало? Как не очаровываться этой крупной голубикой постоянно? Если вы заняты практикой сознания Кришны, серьезно, вы это будете видеть каждый день, что одно. Вы это будете видеть постоянно чувство, что времени практически нет. Очень мало. Итак, что скажешь, Марина? Да, есть что сказать. Комментарий по поводу вот, описания Радхарани. Шрила Прабхупада, он очень красиво описал Радхарани. Его духовные братья, они, может быть, слишком глубоко иногда углубляются в детали. Очень много деталей давали Шрила Прабхупада. Очень красивое описание Радхарани. И когда мы читаем это описание, мы на самом деле очищаемся от камы. Ну, у тебя вопрос, да? Такой вопрос, немножко сомнений, может, вы поможете мне сейчас разрешить. Вот мы сейчас тоже говорили о том, что мы получаем знания, мы его должны сразу отдавать, да, и в этом смысл. И у нас есть наставление распространять огромное количество книг. У Гурудева есть наставление Шрилы Прабхупады распространять 110 тысяч книг в месяц. И мы стараемся изо всех своих каких-то там сил ему помогать в этом, но иногда у меня такие сомнения закрадываются, ну, как бы попадают в ум, что и мы знаем, что эти книги невероятно могущественные, даже если человек их просто подержал в руках, его жизнь уже меняется. Мы слышали об этом очень много, и тем не менее мы видим, что распространяется практически, наверное, миллионы книг в год, да, несколько миллионов книг в год распространяется ИСКОН, и тем не менее не приходит столько человек. И я начинаю думать, насколько вообще... Ну, я понимаю, что это в уме такие сомнения, но они меня сбивают с толку. Вот насколько действительно стоит распространять такое количество книг, если все равно столько людей не приходит в сознание Кришны. Так начинаю думать. То есть как понять, да, эти утверждения начали
Шрила Прабхупада говорит, что просто вот книгу увидит, человек начнется прогресс у него. Ну да, то есть у нас постоянно много книг, но не эти люди не приходят потом. Да, мы не то делаем. То толк устигает дохлую лошадь, говорится еще. Да, это хороший вопрос, интересный. Я тоже об этом время от времени думаю. Как распространяется сознание Кришны? Мы распространяем книги. Иногда мы видим, что люди потом приходят к нам, читают эти книги. Иногда мы видим, что люди потом стоят на полку, книги эти не читают. Иногда даже эти книги просто кому-то дают, даже выкидывают. Кто-то их сжигает, там, по-разному. То есть все мы это видим. Но я подумал также, что это все это отношения. Это все отношения. Представьте, что это сам Кришна, книги Прабхупады. Ну, по содержанию, мы понимаем, так и есть. С духовной точки зрения разницы нет. И вот человек просто посмотрел на Кришну, прошел мимо. Вот это представьте. Это уже отношение, потому что Кришна — это реальность. Это не просто книга, это Кришна. Если бы просто книга была, да, но это Кришна. Человек посмотрел случайно на Кришну, а Кришна же не случайно увидел. Не случайно он увидел преданного, получается. То есть Кришна отмечает. Человек не отмечает это, а Кришна отмечает. Самскара остается какая-то, да? И выясняется потом, удивительно, преданный тоже удивляется. Через 20 лет кто-то приходит. О! Опять его вижу. Он не забыл, смотрите, человек с книгой. Или Харинаму. Ну он просто сука сумасшедший прыгать начинает. Я вот 20 лет видел, и так радуется, что ты радуешься. 20 лет давно забыл, пора уже. Но Кришна тебя отметил, оказывается. Ты не забыл. Параматма напоминает тебе. Связь остается. Вот этот плод неразрушим. Немножко. А сансхара остается. Это тоже вот мы видим в практике. Интересный момент. Почему-то преданных не забывают. Не знаю почему. Я сам помню ту первую встречу, вот как сейчас. Сейчас глаза закрою, все в подробностях в комнату опишу. Те, как просад на тарелке, даже какая тарелка была, все помню, 35-36 лет назад. Все остальное ничего не помню. Где мы там жили, что там, в какие магазины ходили, там так, ну что-то помню, конечно. Но вот здесь я помню все, как вот, знаете, сейчас вот я вижу. И что они пели, как выглядели, и что было на алтаре и так далее. И что я чувствовал, когда принимал просад. Могу сейчас подробно описать на 2 часа вообще. 36 лет назад осталась самскара. А когда мне Бхагавад-гиту вообще в руки дали, я не знал, как это описать словами, что это было. Вроде бы ничего особенного, но я сразу почувствовал, что в моей жизни что-то серьезно меняется. Я к книгам никогда так не относился. Ну не было у меня в крови даже читать эти книги, я их никогда не читал. Сейчас я не люблю читать книги. Я не прочитал ни одного учебника даже в школе. Я плохо учился. Не было интереса, в смысле. Может быть, способности были какие-то, даже не знаю, я их не проявлял, но интереса не было. Я прочитал школьную программу потом, когда уже в вуз хотел поступать. И сам удивился, что в школе такие вещи задают вообще. Я взрослый люди. И всякие глупые, да, пусть вещи, не нужны вообще детям. Думаю, хорошо, что это не читался. Может быть, это помогло мне тоже как-то независимо мыслить. Я сейчас так думаю, что, наверное, это мне помогло независимо мыслить от этой программы, навязанной. Может, поэтому я приобрел какое-то свое мышление, нестандартное, так сказать. И так, у меня к книгам не было никогда интереса, но когда Бхагавад-гиту просто мне дали в руки и сказали, стоит 36 рублей, помните, что такое 36 рублей в те времена? Да. Но для кого-то это пол зарплаты сразу же. Я вообще на это не обратил внимания. Достал деньги, я отдал и все. Как будто, знаете, купил коробку спичек за 1 копейку. У меня не было вообще никакого вот этого чувства, что я теряю деньги там или что-то там дорого. Я вообще такого просто не возникало. 36 рублей я просто отдал и все. Взял эту книгу. Но так случилось, я не знаю. Это мой опыт. Что происходит с людьми, когда не получают книги? Я думаю, тоже что-то происходит с ними. Необычное, потому что в этой обычной их жизни она
надоело. Она ему уже надоела, это же Делила уже в этом процессе находится. Поэтому встреча преданного с книгами – это необычное явление. Вы видите, харинам – это необычное явление. Это некий такой культурный шок. Если вы съездили в Индию, просто в Индию, вы уже отличаетесь от других людей. Ну вот я распространял книги и марафон. Зашел, там такой отдел, знаете, там большой зал, какой-то отдел. Бухгалтерия, не знаю, там много столов, много людей. Я предлагаю им книги, там с порога рассказываю, зачем я пришел и так далее. И там один человек купил уже одну книгу Прабхупады Шипанишат. И он, этот человек, отличался от всех остальных очень сильно. Он лучше меня проповедовал. А потом они не купили книги. Так, многие не купили. Кто-то купил, кто-то не купил. Потом выясняется, что кто-то после меня, через полгода или больше, зашел в то же самое дело. И эти люди, кто не купили, купили к ним, что помнили меня. И тот разговор. Они, значит, думали об этом, как-то что-то осмысливали. И уже на второй заход решили купить книги. Смотрите, это факты все. Значит, работает процесс. Не забывают люди. Когда я одной женщине сказал, что Бог – это живое существо, у нее вот эта прическа на бок всех. Она была в шоке. Она все равно книги пошла сама распространять. Это для людей просто шок был, понимаете? Никто не мог даже подумать, только говорить, что Бог – это живое существо. Она вообще с вызовом меня спросила, а кто такой Бог? Я говорю, живое существо. И вот это вот текст. Ничего не могла сделать. Дай мне эти книги. Я только сейчас рождал там много людей. Такие вещи происходят на глазах. Возможно, потом они не будут читать, практиковать, но эта самскара останется даже в следующей жизни. Вот это Кришна. Потому что это не просто книга. Это не просто человек. Это представитель Бога фактически, кто идет с этой книгой. Поэтому тут другая реальность смешивается, понимаете? Которую люди не осознают, но Кришна осознает. Кришна знает все, что происходит. Он запомнит это. Человек купил книгу. Ну, сейчас я так думаю. И кроме этого, эти самскары, они не просто ждут. Материалисты, они получают и самскары небольшие, но они из этого делают, потом они же начинают размышлять, спекулировать. Начнут даже проповедовать, уж как бы от себя, как будто бы. Открывают Бога ученые вдруг, знаете, не вспомните. Сколько, кстати, ученый открыл Бога, это смешно. Это самскары работают. И уже как бы их деятельность начинается, как будто бы от них. Вот так Кришна тонко действует. Но даже и способности от Бога не от них. Это все самскары из прошлой жизни, это все какие-то заслуги из прошлой жизни. Даже их рождение это с прошлой жизни, определенные их поступки и заслуги. Не говоря уже о том, что они что-то делают для преданных. Добавление небольшое. Включите. Шримад Бхагаватам – это сам Кришна. Даже если человек на месте как-то не отвечает, да, если вы даете ему книгу, все равно семя, оно заходит в его сердце, и в конечном итоге оно прорастает. И книги, они имеют свою собственную жизнь. Они не будут лежать, да, просто они все равно действуют. Кто-то ими привлечется, если они стоят просто даже на полке, кто-то привлечется, и сознание Кришны придет рано или поздно. Так что, деваться не было. Рамешвара Прабху, ученик Шрилы Прабхупады, говорил, что задайте мне этот вопрос через 100 лет. То что через 100 лет произойдет, он говорит. Но он причем это говорит, что это Прабхупада это говорит. Мы увидим вот это, почему Прабхупада просил, говорит, сейчас распространяйте просто, много распространяйте, потом увидите.
Харе Кришна. Харе Кришна, Рудев, дорогой. У меня такой вопрос. Правильно ли я понимаю преданное служение? Сейчас я, как у меня разделилось так, на три аспекта преданное служение. Это индивидуальная моя практика, шраванам, киртанам, моя семья как служение и миссия Шрилы Прабхупады. И вот как правильно, если я правильно понимаю эти аспекты, как правильно расставлять приоритеты? Иногда кажется, что вот ум погружается, и куда-то западаю больше, и проваливается другая сторона. И иногда кажется, может быть, оставить только индивидуальную практику и грихастха обязанности, тоже как преданное служение в духе выполнять. Миссия придет позже. Ну как у Шрилы Прабхупады, например. Смотря в каком сознании выполнять эту деятельность. Например, человек повторяет Харе Кришна мантру, если он при этом чувствует, что он теряет время, да? Мог бы что-то сделать в это время, но надо мантру повторять. Поэтому сознание он не будет эффективен. Что это означает? Что когда он будет деятельность выполнять, он будет думать о чем-то другом также. Что Тарима не может делать что-то другое, скажем, семьей заниматься. Или читать книги Прабхупады. Вот это сознание начинается отсюда. И если вы повторяете мантру внимательно, начинаете внимательно делать другие вещи. Также у вас вот это как бы есть. Заряд, что ли, да, или настрой определенный получается, Кришна дает это знание Кришны, то вы также будете качественно и о семье заботиться, и о миссии. Но если думать, вот мантру повторяю, но столько делаю, потом это перенесется сознанием в любую сферу так же, чтобы не делали, будет думать о чем-то еще. И тогда вы будете в постоянном беспокойстве находиться, как же сбалансировать все это. Но если именно вы будете это делать качественно, это качество перенесется на все другие сферы тоже. День делите на три части, получается, у вас три задачи, и спокойно, качественно это делайте. Знаковым да? Да. Равно, отношения равные, совершенно верно. От Кришны это исходит. Харе Кришна, Гуру Махарадж. У меня два вопроса. Первый, вот в продолжении сейчас. Вопросы, которые задала Нарайани Ратна, мы на самом деле обсуждали вот такую идею, что если то есть книги Шрилы Прабхупады и прочитать просто одну цитату обладает таким могуществом, да, и сейчас мы обсудили, что даже там, в рамках там 100 лет это даст громадные плоды, мы думали о том, что можно вообще запустить рекламу с этими цитатами, да, и показывать их просто миллионам людям. Да, и это, как сказать, то есть у нас есть интернет, который нам позволяет это сделать. И вот, как вы думаете, это хорошая будет идея? Очень хорошая идея. Цитаты уже делают это в Украине? Да. Нам прислали ролики, где там по Украине, Днепропетровск, Днепр, там где-то еще. Самые крупные супермаркеты по городу, вот эти вот, как называются эти? Баннеры. Видео. Это видео, реклама. И там цитата из Бхагавад-гиты, перевод на музыку. И все просто прям. Уже делают. Да, но там в супермаркете тысячи людей, а в интернете вот здесь, как Прабу зовут, который уже это начал делать здесь, он омский. То есть там десятки и сотни бывают миллионов еще просто. Лучше. Вот Кришна, Арджуна Кришна как раз показывал нам, что он там просто харинама в ТикТоке, у него 800 тысяч просмотров. 15-20 секунд видео. Одного только видео. У него уже много миллионов. Ну, несколько миллионов просто просмотров. Вообще а потому что такая система, что эти ролики Ильчук не может выбрать. То есть у него как бы нет выбора. Он сел наслаждаться или ставит вот эту ерунду. А эти ролики, которые преданные будут делать, они туда берут и сами попадают. И у человека как бы выбора нет, и он все это смотрит так или иначе. Я не понял, поняли, что вот в ТикТоке есть, в Инстаграме, YouTube, есть тоже в Инстаграме, да, там есть короткие видео. Так. Они до минуты. Так. И люди сейчас любят взять их
и вот так вот смотреть. Одно за другим. Типа расслабляют. Там всякие собачки, кошечки, там кто-то танцует, кто-то там похудел, я не знаю. И они такой, их нужно уже, это лента, она бесконечная. И человек вперед, и мы, я на себе смотрю. Они смотрят. Ты что-то... Они посмотрят эти короткие штучки, они меняются постоянно. И они идут. Про кошечки, про все на свете. Все. И там все. Там может практически тоже, да. Вот что я говорю. Вот что людям интересно. Вот сейчас очень популярны стали шорты, там, сати пробуют, да? Люди так берут, он что-то говорит, что-то смешное, сняли несколько секунд. И там просто какое-то такое огромное количество этого. А если человек хотя бы один раз посмотрел или лайкнул, ему дальше 1000 этих видео будет. И уже не отделаться от них никуда, и вот уже все время посмотреть. Я тоже думаю, может быть, попросить как бы всех вредных. Майя помогает. Да, то есть, может быть, как-то вообще флешмоб. Ну, заполняйте, давайте. Да, заполняйте вот всех вредных. Нужно снимать горизонтально, короткое видео. Выкладывать, заполняйте, кто кричит просто. Вот какие-то интересные хэштеги, например, услышав это, ты никогда больше не будешь прежним. Твоя жизнь изменится навсегда. Или лучше не слушай этого, ты никогда не будешь прежним. Мне уже интересно стало. Да, хороший метод тоже. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Такой вопрос. Спасибо вам большое, дорогой Гуру Дев. Такой вопрос по поводу силы чувств. Когда мать жил под руководством старшего Прабу, если он серьезно практикует, у него очень сильно проявляется качество Кришны, он становится очень привлекательным, и даже помимо воли Матаджи, она как бы, это же Кришна проявляется, и начинается привязанность, и беспокойство как бы и у Матаджи, и у Прабу. Вот как можно отделить, что ты как бы увидеть в этом все-таки Кришну и сконцентрироваться именно на Кришне, и никому не оставлять беспокойство? Спасибо. Отделить нужно так. Одного туда, другого. Это и правда. Это, скорее всего, будет непреодолимых каких-то случаев. Привязанность может возникнуть. Если человеческая природа, она возьмет свою веру. Кришна, правда, привлекательность, но через какого-то человека начинает действовать, вы не сможете, да. Вы привлечетесь, конечно же. Поэтому лучше, безопаснее все-таки, чтобы был не наставник для женщины, а наставница лучше. То есть осторожно нужно быть, очень осторожно. Знаем, что есть семьи уже, есть какой-то порядок, это может нарушить все. Такие примеры тоже есть. Всегда человеку нравятся эти вот преданные, которые отражают Кришну, всем нравится. Потом, когда с них замуж выходит, свет на половину гаснет. Вроде что нормальный человек, красивый, из любой была, тут просто обычно тюфяк лежит. Ничего не хочет делать и не умеет долго, она же ничего не делает. Да, вот такая история. Помни об этом, это просто мешок с костями. Если там нет этого света. Просто мешок с костями. Пока он служит Кришне, да. Он красив. Хари Кришна, Гуру Махарадж. У меня вот такой вопрос. Вот вы сказали, что нам нужно отделить ложное эго, чтобы проявилось истинное. И вот я замечаю, что даже маленькую часть ложного эго, если я начинаю видеть своего, то мне очень неприятно, больно и не хочется с этим жить совсем. Но такое чувство, что как будто преодолеть это невозможно. Как все-таки это ложное эго легче всего, может быть, отпустить? Или как быть с этим? Оно обладает силой, ложное эго, когда вы думаете о нем. Думаете о теле, это тоже продукт ложного. Думаете о своем поведении, как вы выглядите, это тоже продукт ложного. Думаете о том, о мыслях, которые вы хотите выразить,
А думаете о том, как вы говорите, как вы выглядите, как вы в отражении зеркала. То есть все это вот продукт Ахамкары, да? И пока вы думаете об этом, оно имеет силу. И когда вы приходите как преданный уже непосредственно замечать Ахамкару, это ложное эго, свой эгоизм, вы понимаете, тоже о нем думаете, о чем проблема. Казалось бы, обнаружили? Нет. Еще не обнаружили, что вы о нем думаете. Обнаружите его со стороны только. Вы думаете как о себе о нем, поэтому расстраивайтесь. Поэтому научитесь, когда вы непосредственно сталкиваетесь с Кришна Пагатом, Аханкару вашу, сразу вспоминаете Гуру Кришну. Вы почувствуете, как внутает вам легко. Вы, кажется, можете подняться выше. По милости Гуру Кришны это происходит. Это вот это отождествление важно нам. У меня есть Гуру, у меня есть Святое Имя, у меня есть Кришна. Вот это очень важно. Но пока вы думаете, ничего не произойдет. Просто будете либо расстраиваться, либо радоваться, смотря как воспринимают вас. Ахамкара со всех сторон. Получается, если всегда вспоминать Гуру и Кришну, то не будет никаких вот этих проблем. По-настоящему. Если по-настоящему. В шастре говорится, трижды вспоминайте, но по-настоящему. Гуру Пуджа утром. Самсара Даванадра. Это по-настоящему, это прям в храмовых условиях, знаете, тут в такой атмосфере с преданными. Вот вы вспоминаете по-настоящему. И как это памятование проявляется, вы чувствуете, манга, вам все благоприятно в этот день. Вот оно памятование. Вот оно. Вот она Ахамкара ступает. Вы помните, заряжаетесь этим. Не так, что вы просто запоминаете именно чисто вот информативно, да? Это тоже хорошо, но память — это глубокая вещь. Вот мы восстановим память. Поэтому у нас есть опыт мангаларати, красивых киртанов экстатичных, общение с духовным учителем, статус сложного мяга. Вспоминаете эти самскары возвышенные. Сразу же. Каким путем? Я плохо сказал, или я хорошо сказал. В котором другом другом случае я кто? Я слуга Кришны. Я остаюсь в другом случае слуга Кришны. Плохой я сегодня или хороший, в другом случае слуга Кришны. Вот это путь. Хари Кришна, дорогой. Спасибо вам большое за лекцию. У меня такой вопрос, наверное, уже избитый, но меня. Мне этот вопрос беспокоит. Вот, каждый день стараться работать над садханой, мангаларати, джапу внимательно читать. И для этого какие-то способы применяешь. Дневник садханы вести, золотые гуки читать. Вместе с преданными как-то пытаемся объединяться, вот, какие-то чаты создавать, на месте отчитываться. Но со временем все это сложнее и сложнее становится. И это рутина затягивает, семья, работа и чаты, они... угасают, дневник садхана тоже перестаешь вести, и вот эта цель, она куда-то уходит. Как вот эту цель сохранять, чтобы вот мне это самое важное святое имя внимательно было повторять, чтобы вести к Кришне. Это просто вот цель со временем куда-то, напоминаешь себе какими-то методами, но со временем она куда-то уходит. И тяжелее становится. Прабхупада говорил, что преданный должен совершенствоваться в двух вещах. Первое, то, о чем ты сейчас перечислил, это будет связано с нашей медитацией и получением знаний. Первое совершенствование. Ты писал его, что даже не к тому идут, серьезно относятся, хорошо. Вторая вещь нужна еще, обязательно. Совершенствоваться в деятельности. Тогда ты будешь чувствовать себя полноценно. То есть практическое преданное служение? Да, это деятельность, может быть, социальная, как вот. Согласно твоей природе, практическое преданное служение, деятельность, служение, успешная деятельность. Например, ваши должен быть богатым. Должен быть богатым. Кшатри должен иметь власть. Иначе ты будешь чувствовать себя плохо. Если, скажем, ты кшатри, у тебя нет поля деятельности даже, ты будешь чувствовать себя неполноценным. Если ты ваши, у тебя нет денег, ты себя будешь чувствовать неполноценным. У тебя не будет влияния достаточно на общество. То есть пока ты не освобожден духовно, это необходимо. Или ты хороший рабочий, но у тебя нет работы, тоже будет плохо. У тебя должна быть деятельность.
То есть по своей природе должен быть удовлетворенным, да? Да, это варна поддерживает твой ашрам. Твой дух также поддерживает. Пока ты не освобожден, это необходимо варна ашрам. Когда ты уже будешь освобожден, не важно будет. Есть работа, нет работы, там что-то еще материальное. А пока нужно совершенствовать две вещи. Свое знание, свою духовную практику и деятельность. Найти себя в деятельности нужно. Заметьте, просто люди не духовные нашли себя в деятельности, они себя хорошо чувствуют. Потому что природа такова. Природа их не беспокоит, потому что она занята, все, есть. Это несколько искусственности, мы только думаем о задании и забываем о деятельности. И ты эту искусственность постепенно чувствуешь, что чего-то не хватает. То и другое нужно. В Гите, во всяком случае, говорится то и другое. И сражаться нужно, и думать о Кришне нужно тоже. Две вещи. Также в 18 главе говорится об отречении. Что такое отречение? Запрещено отрекаться от предписанных обязанностей. Это не является отречением. Это ложное отречение. Пока у нас есть предписанные обязанности, мы должны их выполнять. И плоды посвящать Кришне. Вот это настоящее отречение. И тогда ты чувствуешь, что ты счастлив, что ты развиваешься, что ты полноценный человек. Если ты начнешь думать об этом постепенно, Кришна даст тебе практическое понимание, как это делать. Хорошо. Так, еще вопросы есть у нас? Сколько у нас еще вопросов? Можно вопрос? Для Кришны примите мои поклоны. Я хотела спросить у вас, вот вы говорили, что Господь — это Личность, и Он любит нас. А скажите, пожалуйста, Он может на нас обидеться? Да может, конечно, все может. Просто я почувствовала это, а потом думала, может быть, это иллюзия моя. И то, и другое. Иллюзия тоже. Иллюзия тоже участвует, конечно же. Будьте осторожны. Он обижается же абсолютно другому. Что такое абсолютная обида? Ну, духовная обида, что такое? Давайте разберем слово коротко «духовный». Что такое духовный? Это то, что все приносит благо. Да, вот с этой точки зрения, мы только если мы скажем, что духовное, по-настоящему, это то, что всем приносит благо. Это и есть духовное. Значит, что такое духовная обида? Вот когда ты научишься так обижаться, ты поймешь, как Кришна обижается. Обиделась на всю эту жизнь проклятую и решила всех завалить сознанием Кришны, просадом, книгами. Вот это настоящая обида духовная. Так можно обижаться. Так, еще были два вопроса. Хари Кришна, Гуру Махарадж. У меня такой вопрос, вот к вопросу об интернет-сокертане, то, что Матаджи подняли. У меня вопрос, как вот выживать тем преданным, которые проповедуют все-таки в интернете, потому что, в принципе, интернет — это тоже такая черная дыра, и, с одной стороны, преданный может начать с того, что он цитаты Прабхупады выкладывает или еще что-то, а закончить там какими-то другими видео, потому что все равно преданному приходится подстраиваться немножко под вот эту среду, чтобы подать вот в какой-то форме современной что-то, погружаться в эти ТикТоки, Инстаграмы и так далее. То есть как нам, ну как бы преданным, которые проповедуют в интернете, стараться все-таки самим не попасть под влияние этого. Обязательно попадут под влияние, если они не заняты достаточно. Я думаю, что человек попадает под влияние интернета легко, если не занят. Если у вас есть мало времени и есть конкретная задача, у вас не будет возможности куда-то отвлекаться.
будете работать целенаправленно. Но если вы не заняты должным образом, скорее всего, в интернете можете утонуть. Какие-то видео кармические, что угодно там есть. Там. Будьте заняты. Это самый первый момент занятости в жизни. Это самый первый момент. Первое условие необходимо. Если вы не заняты, то зачем интернет? Чтобы ответить вам. Зачем интернет стоит? Чтобы занять свои чувства. Вот и все, это происходит. Чувства сильно увлекают ум и разум человека. Там как раз для чувств все необходимо есть. Занятость, занятость, занятость. Не то, что я сейчас скажу какую-то, знаете, мантру, где вы станете мистическим, даже берегом. Все под контролем. Не надо фантазировать. Обычные люди. Так, последний вопрос. Дорогой Гурдев, вы сказали, что полубоги, когда они слушают Шримад-Бхагаватам, они испытывают счастье. И сказали, что если мы развьем определенные способности, то мы тоже сможем испытывать такие способности. Полубоги испытывают счастье? Да, слушая Шримад-Бхагаватам. Слушая Шримад-Бхагаватам. Как полубоги слушают Бхагаватам? Нет, вы сказали, что способности мы тоже можем развить какие-то, чтобы так... Для этого ты должен знать, как они слушают Бхагавад. Они соприкасаются с чувственными наслаждениями постоянно. Для полубога что это означает? Для демона означает это гордость. Да, если у него есть возможность соприкасаться с чувственным наслаждением, он гордится этим. Счастлив, да? Богат, и так далее. А что такое для полубога соприкасаться с чувственными наслаждениями? Это утрата благочестия. Таким образом, чтобы оставаться на платформе полубогов, нужно совершать яги, чтобы благочестие это поддерживать. Это считается высшая яги. Вы там наслаждаетесь, пьете сомарасу, там, сапсары кругом, там, что хотите, да, если вы... Полубог какой-то, доступное чувственное наслаждение тоже, райские наслаждения. Но при этом вы должны поддерживать свой статус-кво, оставаться на этом уровне. Не просто стать боги, да, в глазах. И если после этого вы все-таки приходите на Бхагаватам слушать, ваша репутация поднимается. Заметьте, что ваша репутация повышается в обществе, при этом, если вы тащите Бхагаватам. Что здесь вы все полубоги. Если кто-то не придет на Бхагаватам, все остальные полубоги заметят. Почему же полубога нет? Не слабый инкармин вообще. Чем ты занималась в это время? А, извините, у меня были обязанности. А, обязанности — это другое дело. Ты не сома раз убил в это время? Нет, 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 это обязанности. Все нормально. Я в деле, да, остаюсь. Итак, мы создали общество, да, группа создала общество такое, где вот тут есть такой вот как бы контроль, здесь другая репутация у нас, видите, другие стимулы. И мы знаем, что наша садана бхакти, она держит нашу репутацию. Если у вас шнас кругов, если у вас принципы, если вы посещаете храмы, программы, если вы следуете, эта репутация поддерживается. Даже если какие-то у вас там есть чувства наслаждения, вы там в семье живете, там есть чувства наслаждения, есть, конечно. Но уже приходите на Бхагаватам, но пробуйте. Но как только вы перестали это делать, скажу, грехобетка. Так полубоги тоже слушают Шримад Бхагаватам. Это тоже их культура, их репутация, их имя от этого зависит. И наше имя тоже зависит так же в обществе. Хорошо, Шрила Прабхупада ки джай! Шримад Чайтанья Чандра Чандра Прабху ки джай!